вход, оказывается. Идем в ворота, идем. По всей видимости, вот он вот здесь вот. Вот какое помещение. А? Склад называется. Склад-магазин. Так, поворот. Вот здесь уже пошли что продукты, печенье. Слоеное. Чак-чак медовый. Как вы думаете, мед здесь присутствует? Козинак. Рубль 81. Козинак. Донские сладости. Рубль 68. Полкило. Рубль 68. Козинашек возьмем. Колечки слоеные. Полкило. Рубль 55. Колечки с солью называются. Так, а это что? Корж. Невский бисквит для торта. 400 грамм. Рубль 83. Три коржика. Рубль 83. Ну вот, крем дома зафуговал. И торт сверху наложил варенье. Нормально. Только тут, наверное, всяких. Ну и что? Мы привыкли к ешкам. Щербет с арахисом. Похож на хозяйственное мыло. Ну, нормально. Все нормально, все съедобное. Печенье. Так, что такое? Килограмм. Ушки с сахаром 4,28. А здесь сколько? Вот есть. Кило 14. Печенье. Печенье сахарное. С мармеладом. 900 грамм 4,64. А тут сколько грамм? Не знаю. Зефир глазированный с ванилью 1,5 килограмма 7,67. Россия. 1,5 килограмма за 7,67. Зефир классический килограмм 4,18. Торт песочная полоска со сливочным кремом 5,97 стоит. Шоколад молочный с крекером 4 штуки по 90 грамм. Стоит 4 рубля 10 копеек. Кондитерская плитка, линия вкуса, 2 рубля 33 копейки. 5 штук стоит 2 рубля 33 копейки. Но это не шоколад. Это так, что-то такое непонятное. Торт вафельный, глазированный. Рубль 25. Рулеты по рубль 16. Может, возьмем тортик вот зелененький, нет? Ну, сейчас мы пройдем, посмотрим. Да, там. Я уже вот. Конфеты Белиссимо. 2,83. Крем-брюле. А это что? Шукерки. Арахис в кондитерской глазури. Хрустящие корочки пирамидка. 5,21, полкило. Мини-рулеты. Бисквит.
88 копеек. Вот так. Проезжаем мимо. Карамель фруктовая. 3,49 килограмм. Конфеты Шокотель. 5,18 за килограмм. 5,15 за килограмм. Волшебный саквояж. Саша, я такую хочу взять упаковочку. 8 рубль в цепочке. Это не марка. Батончики Спринт, я не говорю, что это марка. А вот еще какие есть, смотри. Ой. Конфеты Царь-Девица. Здесь полкило. 2,59. Может, этих возьмем? Или батончиков? Я говорю, давай пройдемся и ну, давай. Решим, что взять. А я такая, сразу все. Ага, Таня, все возьмем. Конфет много. Да как легко. А где цена на него? Нет. Не надо. Не надо. Кокос со сгущенным молоком. В глаз положила. Конфеты Деля Море. Кокос со сгущенным молоком. А где написано Витебск? Вон сверху. Это Витебская кондитерская фабрика, что ли, глянь. Продукт сервис. А где ты читаешь Витебск? Вот. А, да, да. Угу. Да, конфет много. Но. Нагара, шерсть, арахиса, мягкой карамели, 6,16. Кило сладкоежкино на Волге. Я обязательно куплю. Печенье это? Написано печенье. Фасованное село Сладкоежкино. На Волге. Село на Волге. Из-за этого надо покупать да. печенье это? Да. Ну, будешь сама его есть. А я буду эти запекать яблоки и сделать крошку. Рубль 17. Я такое не хочу. На, на. Кокосовый берег. Когда-то Танюша привозила с России. Кокосовый берег. Полкило, 3 рубля 14 копеек. Сибирский секрет вкусных конфет. Наши конфеты хорошие белорусские. Ну вот, кстати, вот зачем нам это покупать, да, со всякими добавками? Здесь 100% добавки конечно. Есть. Мы ж купили вчера свой белорусский горький шоколад, без всяких добавок. Это что такое? Тоже конфетки вкусные, 5 рублей. Суфлео? Суфле с сгущенным молоком в шоколаде. А, и суфле не очень люблю, и птичье молоко не люблю. Это что такое? Сахарная вата. О, 200 грамм, 2,23. Шоколадно-молочная паста, мультимикс. Без комментариев. Изюм, изюм. Изюм голд. 4,24. 500 грамм. Изюм полкило, 4,24. Курага, полкило, 2,34. Ну, возьмем кураги, попробуем. Угу. Потом скажем, что это такое. Магазин-склад называется. Рубль 8. Семечки. Рубль 89 килограмм, да, там? Да. Да. Ну, возьмем такую, попробуем. Так, что тут у нас? Приправа универсальная. 2,26. 400 грамм. Приправа универсальная. Россия, Москва. Улица Народного ополчения. 6 штук. Это что, надо брать вот эти все банки? Да нет, 1,26. Одна штука написана. 400 грамм. Что, вот это одна баночка 400 ну, грамм да, весит? Тяжелая, там может, даже соль есть. Перец, перец черный целый.
перец черный, горошек. Горошек. А что за перец? Есть же душистый, я так понимаю, перец. Есть кольки. Гвоздика. 30 грамм, рубль 98. Мин. Мин целый. 50 грамм стоит. 54 копейки. Желатин пищевой. 95 копеек. 60 грамм. Приправа для рыбы. Стоит. Опа. И нету ценника. Возьму мелисуны. Пачку. Сколько 25. Стоит? Ну, здесь много. 200 грамм. Куркума молотая. Нет, ее там. Для нет. Куриного бульона не то. Нет. Перец черный. Молотый. Лучше брать не молотый, я так понимаю. Сухари панировочные, 79 копеек, 400 грамм. Приправа, мелиса мели, 200 грамм, 2,60. Мелиса мели, 2,60, 200 грамм. Крабовые палочки, кальмары даже, интересно почем. Кальмар командорский, 5,58 за килограмм. Ну, что, нормальный кальмар, да, кальмар, 5,58. Так, что тут есть? Панские. Колбаски, котлеты, печень свиная замороженная. Ну такое все, оно какое-то непонятное. Набор для бульона. Непонятного качества. Как вроде не из Беларуси все. Сейчас мы вареники с овощами, 2,95, блинчики с вишневым джемом. 3,70 блинчики. Заходим в какой-то холодильник. Холодно как. Морская капуста. Икра красная нам не нужна, заморская, черная икра. Имитация. Капуста. Витебск продукт. Рулет варшавский. Кумпичок княжеский. Да, непонятно, что это, кто это делает вообще. Нам здесь ничего не надо. В магазине, вот у нас в обычном магазине, такую колбасу вот не найдешь такого цвета. Это я не знаю, кто выпускает вообще. И не хочу знать. Не хочу. Так, с этого холодильника мы выходим. Нам здесь ничего не надо. Танюша Козловская нам не предупреждала, ведь там очень холодно. Белорусское золото, зроблено у Беларуси. Продукт сгущенный, сывора. Точно, с сахаром и заменителем молочного жира. Состав. Сыворотка восстановленная. Сахар. Песок. Сахароза. Заменитель молочного жира. Что-то там такое непонятное. Масло растительное. Краситель Е.
ЕЕ, консервант, понятно. Стоит такая сгущенка рубль 0,9. Ну, в общем-то, нам здесь ничего не надо. Комментировать не буду, пойдем мы дальше. Кофе растворимый, гранулированный 3,04. Первый раз такое вижу. Да, чибу. 9,99. Капучино. Кофе чибу голд. 250 грамм, 5 рублей. 5 рублей, 0,4 копейки. Чай шиповник, 2 рубля 52 копейки. Чай микс, ой-ой-ой, лимон, 2,24. Так, что такое? Кофе сублимированный, 4,28. Не нать. Кофе 3 в 1, тоже не нать. Чай черный байховый. Пюре яблочное. Горошек. Производство России написано. А там поди знаю. Кукуруза. Рубль 17. Так, сухой завтрак, кукурузные палочки, огурцы, рубль 94, шампиньоны, банки мятые, пюре какое-то детское, километровая очередь в кассу, километровая, пивоси натуральные. Рубль 87. Сделано в России. Прим рыб слаб. Печень ментая по-приморски. Рубль 95. Пожалуйста. Горбуша натуральная, изготовитель, рыбоконсервный завод, Московская область, понятно, как раз там горбуша и живет в Московской области. Хобо. Рисовая лапша для приготовления вьетнамского супа. Что там внутри? Лапша? Началка какая-то. Я ни разу не брала, что-то мне не хочется. Не надо. Нам не надо. Уксус. Уксус 82 копейки. Уксус столовый, 1 литр. Девятипроцентный, 82 копейки. Масло оливковое из выжимок, рафинированное, 700 миллилитров, 4,18. Макароны Макфа, 8,95, 3 килограмма. Ну еще здесь какие-то макарошки, лапша яичная, еще макароны. Группа А, 3 килограмма, 4,90. Погречная, килограмм 2,49. Но это не дешево. Мы покупали по 2,08 в своем хлебном пару дней назад.
Так что здесь крупа гречневая дороже. 0,6 килограмма, рубль 52. Так, дальше что? Пиво. Грышки. Грышки. 500 грамм, 12 рублей, 98 копеек. Что это такое? Рыбные снеки солено-сушеные, 5,25. Так, все. Выполнили честно, добросовестно. Все обошли. Сейчас посмотрим. Пиво мне как-то меньше всего интересует. Пиво старый мельник из бочонка. Мягкое, светлое. 98 копеек. 0,45 литра. Коллекция вин Молдовы, изготовитель Республика Беларусь, прочитал я с обратной стороны. Вермут. Кое-чего купили, кое-чего набрали. Все, идем. Вышли с магазина, вздохнули с облегчением. Устали, да. Оно как-то давит, вот эти стеллажи высокие до потолка. На меня это все давило. Как-то света мало, да? Ну, склад он и есть. Склад. Ну, всего полно. Что хочется в душе. Мы все за все заплатили. Ну, там взяли приправу того-сего. Еще дома покажем. И Тане говорю, а ну, я, наверное, сейчас пройдусь назад и куплю тортик. Такой типа медовик. Как начал читать, вафельный. Что там входит в состав. Нет, не вафельный такой, мягкий. Вафельный, со сливочным кремом. Короче, мы не взяли. Там одних Е, ну, перечисляют штук 50, наверное, если не меньше, не больше. Читал, читал. Плюнул. Плюнул и ушел. Да, улица Краснознаменная, 8. И следующее здание – это магазин «Светофор». Здесь когда-то был магазин от мебельной фабрики. Мы когда-то здесь стенку с тобой, помнишь, хотели купить? Хорошо, что не купили. Она такая темная. Нет, нет, я хорошо. Я даже сейчас помню эту стенку. Мы хотели, но она вообще очень темная. Пойдем домой. Старая мебелька. Кто работал, вспоминайте. Как вам весело тут было. Шли по Краснознаменной. Я Тане говорю, да, давай свернем, пойдем наискосок. Через дома. Немножко будет быстрее так. Деликатесы. Может, пойдем шейки глянем, что тут есть. У нас есть шейки. Есть? Да. Ну и хорошо. Фрукты, овощи. Но это не так. Давно построенные дома, жилые. Видите, у них территория огорожена. Своя внутри стоянка. Чужие там не ходят, называется. Чужие нам не нужны. Вышли мы на улицу Малую. И оказались мы с тыльной стороны налоговой инспекции. Ага. Типография. Да. Брест Гипрозем. Дальше за налоговой.
ждет издательство областной газеты «Заря» нашей, да? Да. Общественное объединение «Белорусский союз молодежи». Еще и такое есть у нас. Здание налоговой. Кобринский мост. Троллейбус пошел вот вверх по нему. Сокращаем путь домой, идем через дома. Шли мы, шли и вышли на... Это Машерова, да, Тань? Да, МОП. МОПРа. Направо пошел у нас Кобринский мост. Вот я уже говорил. Машины поехали. Кухни, мебель, шкафы, купе. Здесь мы же все знаем, как дома. Устала, Танюша? Очень. Для меня это большое расстояние. Ну, мы вот, видите, по этому складу налазились. Не, я больше туда не склад, пойду. Магазин. Если туда пешком, а обратно... На такси. На такси, я согласна. Как прошел день у нас? Подведем итоги, называется. Танюша танцевала, как она любит говорить, на кухне. Готовила, испекла вкусный пирог. Сходили к маме. Сегодня пенсионерский так называемый праздник. Угостили, два кусочка отрезали пирога. Орехов дали грецких. Ну, в общем. Да, занесли еще орехов. Поздравили с праздником. Побывали в новом для нас магазине «Светофор». Не посмотрели. Магазин, а склад. Склад огромный. Исправляй, Таня, исправляй. Так оно и есть. Ну, светофор. Ну, как говорится, походили, посмотрели, потому что много мы слышали про этот магазин, но ни разу не были. Теперь мечта идиота свершилась, мы все узнали. Ну, лично как по мне, так, ну, может кое-чего, вот казинаки можно купить какие-то пряности там, может даже уксуса купить того же, что еще, перец, горошек, ну, вот такого плана, да, а Таня не знает, что там высмотрела. Да я так, в общем, смотрела. Туалетная бумага чуть дешевле. Да. Одним словом, все нормально. Идем домой. Уставшие, мы нагулялись. Еще надо купить. Молока, хлеба и батон. Вот так. Может быть, еще орехов пособирают. Но сомневаюсь. Там всегда людей столько, что не протолкнуться.